Это было так давно, что просто даже страшно вспомнить. Практика показывает, что современный актер без микрофона не существует. Творчество — это акт любви всегда. Я такой классный вообще во всех отношениях. Обаяние, темперамент. Надо все время что-то делать, чтобы делать это хорошо. Аль Пачино знаком с моим дубляжом. Странные люди, актеры. И люди ли они? А я хотел быть начальником электрички. Театральный вуз должен растить личность. Понимаете? Not movie star. I am an actor. Rec Square. Podcasts.